Арбитры определили. Герасимов под Лазарева. Избавляется от мяча, но никого из партнеров не находит. Быстрая атака. Джеймс Энис! Считать! 2+1 в быстром отрыве. Так вот Самара открывает счет. С стороны кольца, что, впрочем, американцу тоже. Самара вот пока за исключением выхода Зверева замен нет. Ханна. Скидка какая проваливается. Джеймс Томпсон под кольцо. Да, вот смотрим как раз этот пик-н-ролл. И подстраховки тоже. Сыграл один пик-н-ролл, играет и второй. С дальней дистанции играть не стал. Хорошая скидка на Трушкина. И Владислав попадает. Хороший бросок, в принципе, создают под Трушкина. Вполне его. Тимофей Герасимов. Находит здесь Трушкина. И мяч проваливается в корзину. Здесь команды пока не спешат атаковать быстро. Умрихин в проходе. Здорово. И энд-ван от Юрия. Как же... Это бей, помню, немножко в Евролиге тоже. Выходил на площадку. Ну и с мячом Иван Викторов. Сблизился с Ивлевым и абсолютно не постеснялся. Балашов в посте. Хороший разворот. В лицевую, но не забил. Отвоевал мяч Балашов. Вау. Задняя линия Самары, которая начинала этот матч. В стартовой пятерке. Найт пытался выбить мяч. Не вышло. Классно, но довели его до Тимофея Герасимова. И недаром у этого парня больше 50% реализации. Это было еще, по-моему, в молодежном проекте Локомотива. Но к тому, что был низкий процент. Но сейчас это просто фантастический. Фантастический игрок, которого команда, имеющих равное количество побед и поражений из-за не лучшего баланса в сравнении со Федором в личных встречах. Но здесь хозяева отбиваются. Барашков на Шликета. Джеймс Энис бросать не стал. Барашков атакует и попадает. Найт. Максим Шаликета на лидерство. И еще одна три летит. Теодор. Маркос Найт. Влево пошел против Гудумака. Сложности. Трушки. Против Барашкова. Две на атаку. И засчитано. Барашков фалил на развороте, когда Трушкин... Здесь тоже, я имею в виду, ограничен в плане без дальнего броска такого стабильного. И даже на кольцо не смотрит на дуге, как только его оставляют. Трушкин очки набирает. Дело не стал доводить. Тем не менее, игрок Самары. Показывает Гудумаку пойти поставить заслон. Скидка на Уорнера. Надо было уже бросать. Уорнер не забивает. Есть атака второй волны. И Евгений Беленков. Для Енисея плюс 4. Красноярцы возвращаются в лидеры этого матча. Герасимов развернулся левой рукой. Ну вот она, значит, индивидуальная работа уже. Ну и Найт, что похоже, изоляцию будет делать. Нет, Барашков. Барашков здесь пробует обыграть Максим с дальней дистанции. И это... Гудумак. Гудумак сам перебрасывает Барашкова, в принципе, без проблем. Суприм Ханна против Ивлева. Это мисс-матч, Ну, такой относительный все-таки внизу. Там Теодор против Эниса. Теодор демонстрирует свои мышцы. До Ханна мяч доводит. Маркос Найт. Хорошая защита. Перехват. И сверху можно занести. У Найта достаточно прыжка. Он тут еще и... Максим, он 8 минут на площадке провел. Две трешки забил. Маркос Найт смещается в центр и попадает с дистанции. Не позволил опуститься вниз Томпсону. Ивлев мяч подбивает, но он остается у Енисея. А Тимофей Герасимов, а его трешки уже сказано сегодня не раз. В таких ситуациях он может получить и бросить вполне, но этого не делает. Располагается спиной к кольцу против Барашкова. Пробует с отклонения средний. И прям на исходе владения тяжелейший мяч. Часто делает Суприм Ханна, оставляя своей команде много времени на нападение, при том, что они уже на чужой половине. Владислав Трушкин. Интересная такая передача на очень неудобной высоте. И в итоге перехват. Джеймс Энис сбивает под кольца. Во время пик-н-ролла с большим игроком Владислав Трушкин.
Здесь двигается неплохо без мяча, отвлекая, конечно, на себя внимание. Ну и Supreme Ханна забивает издали. Теодор. 4 секунды. Теодор до конца вправо выдавливает тут. Supreme Ханна бросить в ответ Енисей уже не успевает. 52-58. Важная игра будет 4 марта, как раз прямой конкурент. Самара Енисея. Парма Пари будет играть против Астаны на выезде. И Астана уже Парму дома обыгрывала. Есть предпосылки к тому, что он даст эффективность. Не может у тебя всю игру не идти, если ты пытаешься действовать грамотно. Так, а здесь второй штрафной не забит, но Трушкин. Ханна. Ханна, неужели сам пойдет? Да, Суприм. Ох, как здорово. Либо маленькой пятеркой, либо с Владимиром Ивлевым на позиции центрового играет сегодня Сергей Базаревич. Ханна со средней еще один мяч забивает и... При этом Теодор остается на скамейке. Умрихин не отбивается здесь против Уорнера, а Уорнер... Вот Трушкин, например, под него завели через... Теодора забить не смог. Томпсон, тем не менее, подобрал. Заковырял эти два очка. Самаре надо отыгрываться. Теодор в проходе. Не стал атаковать сам. Скидка Марксу Найту. Найт быстрый перевод. И два очка в корзине. Теодор. Высоко стягивает. Ну, Найта полплощадки для обыгрыша. Маркос. Как же он силен на диване. Уорнер в угол Беленкову. Здесь тоже трешка не реализована. Найт убегает. Энис открытая. Попал Энис. И 7 очков. Кто получать-то будет у Самары? Уже не так много времени оставалось. И опять Маркос Найт. Скидка на шалекета не проходит. Дошел до границы трехсекундной зоны, но мячом решил не атаковать. Просто развивать нападение. Фалит Гудумак, фалит Джордан Теодор. Надо забивать оба. Но со штрафными сегодня у Самары. И Трушкин, и Уорнер, Герасимов под кольцо. Скидка на Беленкова. Найт вылавливает этот мяч и убегает Самара. Антон Картнахишвили, скидка на Эниса. Энис на минус 3 попадает же. Supreme Ханна. Важнейшие штрафные в этом матче, и он попадает. Самая команда играли, у Енисея был шанс выиграть на последних секундах, но нет. Самара перевела... Самара... Да, 8 десяток, да, поставили время, но это не имеет значения. 69-74, Енисей одерживает волевую победу в гостях в Самаре.